ваши ключики! И даже Буратино, кажется, так не радовался ключам. Молодые семьи, учителя, библиотекари, заводчане, все они теперь соседи. Семья Хабибрахмановых с рождением Амины встала в очередь. До сегодняшнего дня они жили в служебной квартире. Вот сейчас, дай бог, своя будет, своя, как бы сказать. Новый год здесь, да. Алла Верса, все будет отлично. Осторожно, словно не веря в происходящее, новоселы встречают открытие дома. Но в квартирах волнение и неуверенность словно остались на улице. Дети танцуют, а взрослые оценивают чистовую отделку. У семьи Балашовых 29 декабря розовая свадьба. Отметить ее в новом доме для них теперь сбывшаяся мечта. В новых стенах, в новой квартире. То есть перелистнуть книгу нашей новой жизни, начать ее с нового листа, с новой страницы. Начнем жить, дай бог нам расцветать. До конца года в Салават-Купере планируется сдать еще 5 домов. Уже, возможно, на следующей неделе ключи от квартир получат будущие жители дома 10-3. При этом сроки сдачи еще 3 многоэтажек снова откладываются. Это дома 11-1, 11-3 и 11-5. Их сдача переходит на первый квартал следующего года. Почему они переходят? Фактически только-только поступили оборудование по тепловым пунктом этапа. Через неделю во всех домах будет пущено тепло. Контура практически везде закрыты, фасадная работа завершается, благоустройство завершается. Так, примерно к марту 2018 года в Салават-Купере будут заселены уже 22 дома, а 1 сентября в комплексе распахнет двери школа для подрастающих новоселов. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.